разные управляющие компании. Здесь ТСЖ «Бриз», здесь получатель расчетно-платежной карты «Кассовый центр». По две квитанции за один месяц жильцы некоторых домов заводского района получили платежки за коммунальные услуги сразу от двух управляющих компаний. Такого ТСЖ я не знаю. Что это за ТСЖ? Не повезло жильцам домов по проспекту Энтузиастов и второму Кавказскому тупику. Многоэтажки – лакомый кусочек для жуликов. По словам сотрудников действующей управляющей компании, неизвестные вытащили настоящие квитанции и взамен подбросили свои. Многие жильцы оплатили их, не разбираясь, ведь в бумагах были указаны верные фамилии и адреса. Не разбираясь, оплатили, не задумываясь о том, кто, кому действительно это должны платить. От двойников управляющих компаний саратовцы уже страдали. В Октябрьском районе больше 1000 человек отправили деньги не тем коммунальщикам. Теперь мошенники появились и в заводском. По факту этих незаконных действий нами предприняты меры. Мы подали заявление в полицию, поскольку действительно здесь возможны признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, признаки хищения. Пострадавшая управляющая компания «Стройкомплект». Из-за мошенников у нее может появиться задолженность перед поставщиками тепла и воды. Тем не менее, свои деньги за коммунальные услуги с обманутых жителей «Стройкомплект» требовать не будет. Пока двойных платежек больше не будет. С нашей стороны мы не требуем, чтобы за январь платили еще нам. Сейчас правоохранители ищут тех, кто подбросил поддельные квитанции, а сотрудники администрации и управляющей компании просят саратовцев внимательно относиться к оплате коммунальных услуг. Роман Гальперин, Александр Королев, новости «Телеобъектив».